В России стартует ежегодный 16-й конкурс деловых женщин «Успех-2020». Победившие по итогам конкурса женщины, предприниматели всех направлений деятельности, предприятия и организации, возглавляемые ими, руководители и представители администрации районов и городов, будут награждены общественной премией «Золотая птица». Срок подачи заявок на конкурс до 15 января. А подведение итогов и награждение победителей пройдет в Москве в рамках Женской ассамблеи в феврале 2021 года.